В Павлодаре завершился 11-й чемпионат Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту среди юношей. В турнире, который впервые проходил в городе Павлодаре, приняли участие 15 команд. О команде победителей в следующем сюжете. Чемпионат Республики по пожарно-спасательному спорту состоял из нескольких этапов. И вот пришло время объявить победителей. Дипломы, кубки и другие призы победителям вручили директор Спортивной федерации пожарных и спасателей Республики Казахстан и начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. Первое место заняла команда города Нур-Султан, второе место Актюбинской области и третье место Западно-Казахстанской области. Ну, если конкретизировать, то по нашей команде. Наша команда очень молодая, начала тренироваться только недавно, так как у нас ранее не было снарядов. Сейчас они вот эти все снаряды у нас появились. Вот в этом году мы сделали недавно буквально. В соревнованиях приняли участие 15 команд со всей страны. Это более 150 юношей в возрасте от 14 до 18 лет. Наша команда заняла первое место из 15 команд. По результатам сегодняшнего соревнования мы вышли на первое место в командном зачете. Конечно, это было непросто. Это работа детей, которая привела к этой победе. Также юбилейными медалями Орд Кутхару Спортынаал ПЖЛ были награждены заместитель начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Павлодарской области Думан Кадырмолаев и главный специалист отдела организации пожаротушения Алтынбек Умралиев. Гаухара Кубасова, Юрий Белевский, РТС Ахпарат.